Ваше Высокопреосвященство, по случаю засушливого лета и поздней осени грибов в этом году набрали на 20 пудов меньше, чем в прошлом. И то большинство с червем. Так что заготовить на зиму в достатке не представилось возможным. Как думаешь, надо ему про червей? Если все взвесить и холодно рассудить во благовремении, то не стоило бы. А почему? Червь может поточить его силы. Ладно, не надо про червя. Пиши с новой строки. Клюквы собрали не более 60 коробов. Так как болото посохли, а все, что оставалось, пожрал медведь, который столуется в здешних лесах и проворнее нас, потому что зверь.